Quick Race – это дружественная гонка, и задача ее была поставить жирную точку в сезоне. Готовились, на самом деле знали о том, что будет такой прогноз. Сегодня повезло, что не было волны, хороший ветер. Не было штиля, тоже хорошо, то есть вполне такие условия сносные. Нати – это спортивная команда, туда люди приходят именно соревноваться, побеждать. А в Браво приходят уже опытные люди, которые знают, что делать, и они расслаблены. Мы так расслаблены, все побеждаем. Ну, в принципе, Atlantic Challenge – это молодежный проект. В нашей команде люди от 15 до 25 лет. И он направлен именно на обучение парусному спорту молодежи и на сплочение их в команду. Это было окончание сезона, дружественная семейная атмосфера, но тем не менее гонка. Но гонка не за приз за какой-то, а за интерес, за дырку от бублика. И отсюда появилась, потом трансформировалась в бублик рейс. Результат сегодня отличный. Просто потому, что гонки состоялись, это всегда очень хорошо. Холодно, но это, скажем так, такие очень... не страшные издержки, особенно если есть гребли. Тогда холод уже нас не интересует.